pony car, an American icon. Born in the 1960s to appeal to a younger, more energetic generation, their sporty lines embody a sense of freedom, independence, style, and performance. As sales of pony cars skyrocketed, U.S. auto... Ваше первое событие пройдет на исторической трассе Себринг, ставшей ареной для гоночных соревнований в 1950 году. Она построена на военном аэродроме Второй мировой и известна своей грубой и неровной поверхностью. Ваша основная задача – занять как минимум шестое место. Выполните эту задачу, чтобы пройти событие. Вы также можете выполнить дополнительные задачи, чтобы получить больше очков. Изучите свои задачи и жмите «Начать гонку». Thank you.